Декларационная кампания проводится ежегодно, и прежде всего она касается граждан, которые обязаны отчитываться по налогу на доходы физических лиц, то есть по форме 3 НДФЛ. Это те граждане, которые продали имущество, находящееся в собственности менее 3 лет, реализовали транспортные средства, находящиеся в собственности менее 3 лет, получили доход от репетиторских или других образовательных услуг. Если получили какой-либо выигрыш или подарок в предыдущем налоговом периоде. Налоговую декларацию необходимо подать до 30 апреля этого года. Стоит отметить, что на граждан, предоставляющих заявление исключительно с целью получения налоговых вычетов, этот срок не распространяется. Остальных ждут санкции. В случае представления декларации после установленного срока будут начислены штрафные санкции. Минимум этих штрафных санкций составляет 1000 рублей. 27 и 28 марта в Люберецком отделе налоговой службы пройдут дни открытых дверей. Всем желающим расскажут и покажут, как правильно оформить декларацию и разъяснят некоторые пункты налогового законодательства. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.